Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на канал. В этом видео я покажу вам компрессор пневматической торговой марки Hunter, предназначенный для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры, инструмента, применяемого в бытовых целях. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить электроэнергию, а также повысить эффективность работы. Компрессор способен производить до 350 литров в минуту сжатого до 8 атмосфер воздуха, который нагнетается в ресивер общим объемом до 50 литров. Для работы аппарата необходимо примерное напряжение 220 вольт с частотой 50 Гц. Габаритные размеры 710 на 350 на 670 мм. Масса не то 35 кг. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: манометром для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск-установку в зависимости от настроек, защитным клапаном, автозапуском. Модель часто используется на СТО автомобилей, в загородных домах и в подсобном хозяйстве. Мощность 2,2 кВт, производительность 350 литров в минуту, максимальное давление 8 бар, объем ресивера 50 литров, тип компрессора поршневой, прямой привод, тип смазки масляный, транспортировочные колеса есть, манометр есть, тип двигателя электрический, тип соединения 2 Rapid Евро, картонная упаковка, длина упаковки 690 мм, ширина 340, высота 680, совокупный вес 35 кг. Всем спасибо за просмотр. Если кто-то пользуется данной моделью, пожалуйста, отпишитесь в комментариях по своим впечатлениям. Я же вас благодарю за просмотр видео до конца. Кому видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, пока!